सिद्धांत सरस्वती विजयते गौरी गोष्ठीपति वंदे गुरुपद्वंदम भक्तबिंद समन्वित श्रीचैतन्य प्रभु वंदे नित्यानंद सहोदित श्री नंदनंदन वंदे राधिका चरणोदयम् गोपीजन समयुक्त बिंदावनम मनोहर वांछाकल्पतरुवश्य कृपा सिंधुवश पतितानं पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः मूकं करोति वाचालं पंगुं लंघयतगिरिं यत्कृपातमहं वंदे परमानंदमाधवं बिंदावै तुलसीदेवै पियावै केशवस्सच कृष्णभक्तिपदे देवी सत्यवत्यै नमो नमः नारायण नमस्कृत नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयो मुदीरे संकीर्तने कृष्ण कथोपदेशे गौरीपत्रस्य प्रकाशने च सदानुरक्त गुरु भक्ति युक्त भक्ति प्रमोदाक्ष जगोद्वरुण धेयम् सदा परिभवग्नम अविष्टदोहम् तीर्थास्पदम् शिव विरिंचनुतम् शरण्यम् वेत्तात्तिहम् पनुतपाल भवाद्धिपूतम् वंदे महापुरुषते चरणारविंदम् यत्पादपल्लवनखचन्दमनिच्छटाय विस्फुरजितकमपि गोवधूषदर्शि पूर्णानुरागरससागर सारमूर्ति साराधिकामयि कदा कृपां करोषि श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौरभक्तबिंद श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौरभक्तबिंद हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे आजानुलंबित भुजौ कनकावदातौ संकीर्तनैकपितरौ कमलायुताक्षौ विश्वाम्बरौ द्विजवरौ जुगधर्मपालौ वंदे जगत्प्रियकरौ करुणावतारौ हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे नमामि गंगे तव पाद पंकजं सुरासुरैर्वंदितोद्दिव्यरूपं भुक्तिं च मुक्तिं च ददासिनित्यं भावानुरूपेण सदा नरानं गंगातरंगरमणीयजटाकलापं गौरीनिरन्तरविभूषितवामभागं नारायणो प्रियमनङ्गमदापहारं वाराणसीपुरपति भजवीशनाथं वागीशजस्य वदने लक्ष्मीर्यस्य च भक्षसि यस्यास्ति हृदये संवित् त्वं नृसिंहमहं भजे हरे कृष्ण 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 हरे हरे
Hare Ram, Hare Ram, Ram Ram, Hare. Tanyam Rupa Charitadi Sukirtananu Smritta Kamina Rasana Manasini Yajya Tishtana Bajeta Dhanuragi Jananugami Kalam Nahidakhilam Iti Upadesha Saran Tanyam Rupa Charitadi Sukirtananu Smritta Kamina Rasana Manasini Yajya Tishtana Bajeta Dhanuragi Jananugami Kalam Nahid Akhilam Iti Upadesha Saram Gaudiya Goshtipati Shishila Bhakti Siddhanta Sarasvati Госвами Такур Прабхупада Парамамса Джагадгуру сказал стать пылинкой с лотосных стоп Госвами Пад это единственная наша цель. Мы Гаудии Годи Гошти Пати Ши Шила Бхакти Сиддханта Сарасвати Такур Прабхупад Парамамса Джагадгуру сказал мы Гаудия, у нас одна единственная цель. Мы хотим стать пылинкой с лотосных стоп Рупы Госвами. Мы хотим заобладать этой прекраснейшей формой, которая может понравиться Кришне. Это написано о Рупа Госвами Паде. Столько много всего написано. Если вы откроете сердце Гуранги Махапрабху, конечно же, сердце, руки, ноги, Бхагавана — это все одно и то же. Но это своего рода даршаник вичар. Как в случае с Варупа Госвами. Сварупа Госвами — это вторая Сварупа Гуранга Махапрабху. Сварупа Госвами, он понимает, что находится в сердце Гуранги Махапрабху. И точно так же Рупа Госвами. Вот почему написано. Сердце Гуранги Махапрабху, оно полностью отражено в Рупа Госвами. И если мы не разовьем эту сева-сварупу, прекраснейшую сева-сварупу, что означает прекраснейшая, что значит красота? Кришна хочет видеть всегда красивую сварупу, как Рупа Госвами Пад. Потому что его сева-сварупа, она настолько прекрасна. Мы, дживатмы, те, кто занимаются Гаудия Бхаджаном, они все хотят получить такую сварупу, открыть такую сварупу. Они хотят стать частичкой, пылинкой с лотосных стоп Рупы Госвами и Пад. Мы хотим получить вот такую красоту, как подобную красоте пылинки со стоп Рупы Госвами и Пад. Вы помните, наш Удава Госвами Махарадж, он хотел получить пылинку со лотосных стоп гопи. Удавджи Махарадж, он хотел стать пылинкой с лотосных стоп гопи. Рупа Госвами также гопи. Рупа Манджари. Махапрабху, он нас хотел научить таким образом. Если вы сможете развить такую сева-сварупу, как у Рупы Госвами Пада, если получится стать пылинкой с лотосной стопы Рупа Госвами Пад, то есть стать такой сварупой. И Кришна, он заинтересуется на нас посмотреть. Но пока мы обладаем вот этой вот оскверненной сварупой,
Бхагаван, он на нас не посмотрит. Только Сарупа Гусвами мог понять настроение Махапрабху, когда Махапрабху танцевал перед колесницей Джаганната. И второй преданный, которому это удалось, это Рупа Гусвами Пад. Вот почему Рупа Гусвами, он представил это настроение в шлоке, то есть написал шлоку, вот это «Приям Свайам Кришна». Это настроение Шримати Радарани. Махапрабху, он проявил это настроение Рада Бхаву. Как будто бы Радарани на Курукшетре, она говорит: «Я Рада, а Кришна, он тот же Кришна, но мы встретились на Курукшетре». Это здорово, я счастлива. Тем не менее, я не удовлетворена. Мой ум хочет вернуться во Вриндавану с Говиндой, с Кришной. И тогда я почувствую удовлетворение. Здесь мне не нравится. Вот почему, когда Махапрабху, он нашел эту шлоку на крыше хижины Рупа Госвами, он спросил у Сварупы: «Сварупа, как же это стало возможным для Рупа Госвами понять мое сердце?» Махапрабху был очень радостен. И Сварупа Госвами ответил: «Он может понять твое сердце? Я уверен, это потому, что он получил твою полную милость». Да, ты прав. Махапрабху сказал: «Да, ты прав. Я увидел, что он подходящий кандидат. Я встретился с ним в Аллахабаде. И я ему что-то поведал о Расататве. Расататва — это бесконечный океан, но тем не менее Я хотел дать ему всего вкусить эту расу. О, Рупа, высунь язык, я тебе дам капельку этой расы, чтобы ты попробовал. Я дам тебе одну капельку». Махапрабху сказал: «В течение 7 дней я тебе рассказываю о Расататве и о том, каков Кришна. Но Кришна — это океан расы. Я хочу дать тебе попробовать эту расу, чтобы ты вдохновился и запрыгнуть в этот према самудра, в океан премы». Кришна, Махапрабху не сказал, что это он Кришна. В общем, Махапрабху сказал: «Таким образом ты сможешь все осознать». Рупа Госвами написал Видагда Мадава, Лалита Мадава, Бхактира Самрита Синду. Вот эту другую книгу, Логу Бхагаватамрита, написал много книг по милости Махапрабху. Все о Расататве. Как же это все понять? Это та территория, на которую нам вступать запрещено. Кто может открыть дверь, помимо Рупа Госвами Пада? Даже Санатана Госвами Пад, кто является гуру Рупа Госвами Пад, он говорит: «Я хочу стать Рупанугой». Гурудева Санатана Госвами, он хочет стать Рупанугой. Рупа Госвами Пад очень дорог Кришне. Сердце Кришны, сердце Гуранги,
оно пребывает в Рупа Госвами. То есть Рупа Госвами осознал сердце Кришны. Однажды Махапрабху спросил: «А что за книгу ты пишешь?» И тогда он ответил: «Я пишу эту книгу». А. И Рай Рамананда, он сказал: «А дай мне посмотреть, что ты написал. Я хочу просто почитать вандану». Когда Махапрабху решил проверить то, что писал Рупа Госвамипад, Рупа Госвамипад, он был очень, он скромность такую проявил: «О, кто я? Я всего какое-то насекомое». И Махапрабху, он похвалил почерк. Каждая буква — это как жемчужина. И после чего Рай Махасай, он начал читать вандану. И тогда Рай Махасай, он воскликнул: «О, ты прославляешь имя!» И он начал читать вандану. И тогда Рай Махасай — это Вишака Саки. И он просто сошел с ума, когда начал читать вандану. Сарупа Госвами — это Лалита Саки. После прочтения прославления Харинам Рай Махасай, он просто сошел с ума. Я никогда не видел в своей жизни такого рода прославления имени. Сварупа Госвами, Рай Рамананда, он изумился. Сварупа Госвами, они даже во сне не могли себе представить, что такое прославление Харинама возможно. То есть в шастрах столько много прославления Харинама, в шастрах все шастры прославляют Харинам, но этого рода прославление — это просто как бы не, бесподобно. Это настроение Радарани, это ее непосредственно ее настроение. Как Рупа Госвамипад он смог это все осознать, понять? Он смог это понять, потому что он Рупа Манджари, он спутница Радарани. И не будучи спутницей Радарани, невозможно понять эти вещи, это настроение. Как это понять? Радарани плачет и говорит: «Мой язык, мое лицо, их недостаточно, чтобы прославлять Кришну. Я хочу миллионы лиц, миллионы языков». Когда Кришна нам, он танцует на моем языке, я схожу с ума. Мои глаза, они смотрят на прекраснейшую форму Кришны. Уши слушают имя Кришны, а язык произносит имя Кришны. Мои различные органы чувств, они меня тянут в разных направлениях. И я просто пребываю в ужасном положении. Если карету запрячь лошадьми, по одной лошади на каждое направление, право, лево, вперед, назад, то есть, и если начать захлестать лошадей, чтобы они отправились, то карета, что с ней произойдет? Лошади, они обладают одной и той же силой.
И когда они все начнут мчаться в своих направлениях, то что произойдет с каретой? И вот Радарани говорит, мое положение, оно таково. Я в ужаснейшем положении. Я когда слушаю имя Кришны, мои уши, я хочу, чтобы у меня было миллиарды ушей. И мой язык произносит имя, но мне недостаточно этого. Я хочу много лиц, много языков, миллионы лиц. Таково положение. Постарайтесь понять, в каком положении был Махапрабху. Рупа Госвами Пад, он пишет о Радарани. А здесь речь идет о Радарани, которая в Гуранге, то есть там и Кришна, и Рада, то есть это двойная сила. Один это Кришна. И он украл Радабаву, то есть сейчас их двое. В тот момент Радарани была одна, а сейчас Кришна также с ней. То есть там и Кришна, и Рада, они вместе объединяются. То есть как вы можете... Представляете, какое положение у Махапрабху? Как он может вообще все это пережить? Постоянно плачет, как сумасшедший. Иногда падает в океан, иногда здесь, там, просто как какой-то сумасшедший. Он не может спокойно оставаться на месте, его положение, оно таково. Иногда прыгает в океан. Иногда он его находит посреди Калинги Гоумата. И странные вещи происходят. Три двери Гамбиры закрыты. Тем не менее, Махапрабху исчезает из Гамбиры. Три двери закрыты. И стены очень высокие, никто не может на них забраться. Где находится Гамбира Мандир и где Джаганнат Мандир? Махапрабху ушел из дома, и в итоге он лег посреди коров рядом с Джаганнат Мандиром, и коровы начали его лизать. Преданный Сарупа Госвами Рай Рамананда. После того, как они увидели состояние Прабху, они не хотели жить. То есть... Но Прабху, он ощущает ананду. Нам тяжело, мы страдаем, видя вот это положение Прабху. Однажды Говинда... Он стал беспокоиться. Обычно Махапрабху поднимается рано с утра, а в этот день он все не вставал, не вставал тогда. Говинда стал его звать, о Прабху, поднимайся. И Махапрабху, он поднялся и сказал, почему ты меня позвал? Я был во Вриндаване, я изготавливал гирлянду для Рады и Кришны, а ты меня отвлек, ты побеспокоил меня, понимаете? Таким образом постоянно происходило. Махапрабху, он просто пребывал в таком состоянии сумасшедшего, полностью был выжившим из ума. Рай Рамананда, Сарупа Дамодар, они пытались успокоить Махапрабху. Махапрабху, пытайся успокоиться, Кришна обязательно даст тебе дарши, но он сам Кришна, и он плачет. И вот когда преданные, они говорили Харикатху допоздна, до 12 и так далее, Говинда, он злился и ругался на преданных. Почему вы такие вещи говорите, Махапрабху? Он только плачет.
не можете что-то хорошее ему рассказать, чтобы он смеялся. Говинда, он заботится только о своем служении Махапрабху, то есть как, когда Махапрабху покушать, отдохнуть. И вот Говинда, он даже, он настолько могущественный, это севак Махапрабху, что он даже ругается на Рай Махасаю. Говинда, он ругается на Сварупу Госвами. И тогда вот они переглядываются. О, Говинда, это он разозлился. Окей, Прабу, ты вот сейчас отдохни, мы уйдем, и вот с утра мы вернемся опять. И тогда Махапрабху, он сказал Сварупа Госвами и Рай Рамананде, а что вы подразумеваете под отдыхом? Пока вы говорите харикатху и совершаете киртан, я хорошо себя чувствую. Хорошо себя чувствую. Как правило, я не могу контролировать себя, но когда вы говорите харикатху, поете киртан, я каким-то образом беру себя в руки. Но когда вы уходите, то я не понимаю, что со мной происходит. Я не могу ничего контролировать. Прошлой ночью вы оставили меня. А вы спросите потом, что произошло. Я не знаю, вы все ушли, и я стал задыхаться. И не было кислорода. Я хотел выбраться из комнаты, я хотел встретиться с Кришной. И я хотел умереть. Я не мог встретиться с Кришной. В общем, я начал бежать, и я врезался в стену. Я не мог найти дверь, она была закрыта. Я хотел выйти из комнаты, но дверь была закрыта, я ударился, и потом кровь потекла, в общем. Мое положение, оно ненормальное, я не знаю, что со мной происходит. Без Кришны, я уверен, я не могу выжить без Кришны. Я не могу жить более без Кришны. Дайте мне Кришну, где Кришна? Я не хочу ничего слышать. Не нужна мне никакая альтернатива. Вы мне можете дать Кришну? Да, мы тебе дадим Кришну, подожди только. Вот таким образом Рай Рамананда Сварупа Госвами, они успокаивали Махапрабху. Иногда Махапрабху, он выходил в сад, смотрел на луну и думал о Расали или Кришне. Плакал, падал на землю. Иногда он перелазил через стену и куда-то уходил, и никто и не знал, где он. Сколько страданий перенесли преданные, то есть как они могли его взять под контроль, это было невозможно. Иногда Махапрабху, он чувствовал себя хорошо в Гамбире, когда было во время Харикатхи, во время Харикиртана. Иногда даже они смеялись. И после того, как Махапрабху послушал песню Сварупа Госвами, Сварупа Госвами пел о настроении Радарани, и Махапрабху сказал, продолжай, расскажи мне побольше, мои уши, они ощущают жажду, пожалуйста, продолжай, говори еще, я хочу еще услышать. Гуранга Махапрабху, он тогда сказал, «Сварупа, ты можешь понять настроение Радарани?» Гуранга говорит, он сам Радарани, и говорит, «Сварупа, ты можешь себе представить настроение Радарани?» «Да, а как ты можешь себе представить настроение Радарани? Как тебе это удалось? Хочешь, я тебе покажу, как мне это удалось?» «Да, я хочу узнать». Понять Бхаву Радарани. Тогда Сварупа Дамодар сказал, погоди. И тогда он вышел из комнаты, взял зеркало и обратно вернулся и поставил зеркало перед Махапрабху и сказал, вот смотри, это Рада Бхава. А, ты шутки шутишь со мной, я же саньяси, а ты мне тут зеркало передо мной ставишь, это же нехорошо так. Махапрабху, в общем, взял это зеркало, выкинул его снаружи. Но ты же меня сам попросил показать
Прабхупаву Радарани, и у меня не было альтернативы, мне пришлось это сделать. Махапрабху разозлился. Таким образом, день за днем Махапрабху он погружался все больше и больше в такой баджан серьезный. Вот Махапрабху он больше не был таким радостным, как раньше. Ему не нравилось с кем-то разговаривать, он не ходил никуда. Он большинство времени проводил в Гамбире. Иногда он ходил, принимал омовение на океан, и он, а в остальное время он пребывал в ненормальном состоянии. Ненормальное состояние имеется в виду в нормальном состоянии, потому что оно ненормальное для нас. Это должен быть нашим, это должно быть нашим идеализмом. То, что Гуранга Махапрабху нам показывает, это идеализм, чтобы получить Кришну. Самое огромное сокровище в этих бесконечных мирах, мирах материальных и духовных. То есть таким образом мы можем получить Кришну. Горки Шордас Бабджи Мараш, Вамсидас Даш Бабджи Мараш, они были как будто сумасшедшие, никто их не мог понять. Они игнорировали полностью материальный мир. Каким-то образом они разговаривали, но они игнорировали материальный мир. И вот таким образом можно получить Кришна-прему, и это большая редкость. По мнению Шрила Сачидананда Бхактинода Такура, Шрила Сачидананда Бхактинода Такура, он сказал, что Нилачал — это место, где по максимуму можно прожить расу. Но почему так Бхактинода Такур сказал? Мы же знаем, что Вриндаван — это самое высшее место, самое значительное место в отношении расы. Да, Рада Говинда, они совершили там свои игры. Вриндаван — это место возвышенной расы. Но Нилачал это самая возвышенная раса Пита, место расы. Почему? Потому что Рада Говинда вместе, они там были. То есть они соединились в одно. Вот почему это самое возвышенное место. Те лилы, которые Махапрабху он совершил, и настроение, которое он явил, это все большая редкость. Даже в Кришна-лилах, даже в Кришнах Рады Говинда мы не наблюдали такую бхаву. Бхава, она та же самая. Если я скажу, что бхава другая, это оскорбление. Но тем не менее, Махапрабху он проявил какие-то бхавы экстраординарные. Вот его руки увеличились в размере, удлинялись ноги. А вольты, его суставы, они раскрывались, и конечности, они удлинялись. Такого рода бхаву Махапрабху переживал. Никто не может этого понять. Никто не видел таких вещей никогда. Даже в шастрах этого не написано, не описывается. Тем не менее, Махапрабху он показал такие анормальные вещи. Он хотел показать нам это наивысшее сокровище. Бхактинода Такур сказал, Нилачал Дам — это самое возвышенное место в отношении расататвы. И мы горды, но тем не менее мы также и печальны, потому что Шрила Бхакти Прамод Пури Госвами Махарадж, он оставил тело там, в Пурушоттам Даме. Чатурдаши сегодня ночью перед Пурнимой, Раса Пурнимой, Гурупад Падма, он оставил тело. Это просто изумительное нечто.
creation, sankalpa. I can leave body this way. He left body. Он оставил тело по своему собственному желанию. Он решил оставить тело. Это очень странная вещь. Мы даже не можем себе такого представить. И сейчас мы поговорим о нашем долге. Мы обусловленные души. Мы не понимаем, что такое Рагануга Бхакти, Рупануга Бхакти. Мы во тьме. Мы заняты своими материальными телами, материальным умом. И в таком положении, как выйти из ловушки Майи, и как продвинуться в направлении наивысшей цели нашей жизни? Все дживы. Для всех джив наивысшее благо – это следовать гопи. Но не то, что не все дживы будут служить таким образом, как служит гопи, потому что каждая дживатма, она обладает своей расой. Если вы поразмышляете и попробуете рассчитать, что является абсолютным наивысшим благом, то есть чего можно достичь, максимум, то есть что является максимум? Максимум это гопи бхава, но не все получат гопи бхаву. Но мы в Гаудия Бхаджане, мы это наш идеал, мы следуем этому. Но все зависит от предыдущих самскар. И самскары, которые я имею в виду здесь, это не кармафал. Здесь я не говорю об этом. Твоя дживатма, ее дживатма. У всех у вас есть тайная сварупа, которая однажды будет проявлена, откроется. Каждая дживатма обладает сварупой. Манговое семечко даст дерево манго. А ежевика даст семя ежевики даст ежевику. Все зависит от того, какое семя сажается. То есть все мы, в нас во всех есть это семя, определенное семя. И когда наступит время в вашей жизни, когда вы получите удачу, когда вы разорвете свое тонкое тело и освободитесь, и по милости Гуру Вайшнав, благодаря общению с преданными, если вы дойдете до такого уровня, тогда вы поймете, что вот эта раса — это моя раса. То есть раса, которая обладает Шридам, Васудам. Все они в сакья-расе, но сакья-раса, она тоже разная. Мадху Мангал, у него один вид сакья-расы, Шридам другой вид. Не все виды сакья-расы одинаковые. Также и слуги, они тоже обладают разным настроением. Зависит от семени, которое спрятано в вашем сердце. То есть зависит от сварупы вашей атмы. Когда вы достигнете совершенства, как Гопи Кумар. Гопи Кумар, он получил Кришну в Сакья-расе. Он пошел на Галоку. И Кришна в тот момент, он возвращался с полей. Кришна, он ждет всех нас. Кришна ждет нас всех, всех дживатм. Все дживатмы, они все вернутся ко мне. Существует бесконечное множество дживатм. Махапрабху, он хотел сказать следующее. Я об этом обсуждаю в Харикатхе на хинди. Чайтанья Чаритамрита.
Мы как раз эту тему обсуждаем. Бхагаван Шри Кришна, он хотел раздать особую прему, которая обычно недоступна. Это большая редкость. Когда Кришна Бхагаван, он приходит и раздает прему. После него приходит Гуранга Махапрабху, и он раздает прему открыто, без дискриминации. Кришна, он не такой открытый, как Гуранга Махапрабху. Гуранга Махапрабху, он говорит, возьми, возьми, даже если у вас нет сосуда, куда положить расу, он вам даст и сосуд, и расу. По милости Гуранги Махапрабху, мы каким-то образом узнали об основах ABC, АБВ. Махапрабху говорит, если я не сделаю это, то никто не раздаст Кришнапрену. Нарисимхадев, Варахадев, Рама, никто, они не могут дать Кришнапрему. Это не их обязанность. Кришна говорит, мне придется самому отправиться и раздать Кришнапрему. А иначе невозможно получить Кришнапрему. Нам санкиртан и так далее — это внешние причины. Основная причина, по которой Махапрабху приходит в этот мир, Бхагаван Шри Кришна, он переодевается в одежды преданного, приходит как Гуранга, скрывая цвет своей кожи. Он крадет цвет кожи Шримати Радарани. Он крадет ее настроение, Баву. Сварупа Госвами пишет. Никто не смог понять тайну прихода Махапрабху, основную причину. Сварупа Госвами, он написал открыто об этом. Без него мы бы об этом не узнали. Но, конечно, Рай Рамананда, он тоже знал, но открыто об этом написал Сварупа Госвами. Какова природа Рада Премы? Бхагаван Шри Кришна — это Вишая Виграха. Вы знаете, что такое Вишая Виграха? А Шримати Радарани — это Ашрая Виграха. Вишая Виграха — значит источник расы. Абсолютный объект нашей любви — Кришна. Кришна подумал, как же понять, чем наслаждается Радарани, то есть какой вкус она имеет. Я наслаждаюсь, но моя радость, мое счастье, оно может быть сравнено с... его можно умножить в миллионы раз. И это то счастье, которое получает Радарани. Я хочу узнать, какой же... То есть, хочу понять... Настроение Радарани, то, чем она наслаждается,
Это в миллиарды раз более возвышенное что-то, более сильное. И я хочу понять, что там во мне такого. Я не знаю. Я иногда смотрю на свое отражение в хрустальной колонне или в зеркале, и я удивляюсь, а кто же это? Кришна говорит, иногда, когда я смотрю на свое собственное отражение в хрустальной колонне, я не понимаю, а кто это? Я сам хочу обнять эту форму, эту личность. Кто это? Я хочу поцеловать его, обнять. Но... И Бхагаван Шри Кришна... Нет альтернативы, нет других способов. Какой же я на вкус? Что же такого во мне? Как же я могу сам попробовать, сам вкусить себя? То есть я источник всех рас, абсолютных рас, но только Шримати Радарани наслаждается. Я бы хотел вкусить это, но как это возможно? Я Вишая Виграха. Я Раса Виграха. Как я могу насладиться вкусом? Расагула, сладкий шарик, он сам себя попробовать не может. Я вам... Представьте, что Расагула обладает личностью, и Расагула хочет сама себя попробовать, сам себя попробовать. Но ты же сам Расагула, то есть кто-то должен тебя съесть, вкусить. И Кришна, он Вишая Виграха. Но он хочет получить вкус. Но у него только он получает зеленый банан. И каков выход? И вот Кришна, он вор. Чура граганьям. Кришна постоянно ворует тут и там. Его природа такова, он вор. И какие проблемы? Кришна крадет Баву Радарани и ее цвет кожи. Кришна после раздумий, мне не добиться успеха, но потом он решает украсть настроение Радарани. Вы были в Имлитале, во Вриндаване? Однажды в Имлитале Шиши Рада Говинда Джу, они восседали под деревом Тамаринда. Неожиданно Саки и Манджари, они обратили внимание, что цвет кожи Кришны, он изменился. Неожиданно. И он стал подобным коже Радарани. И они сказали, как это возможно, Кришна, ты что, какой-то волшебник, ты же у тебя черная кожа. И Кришна сказал, эта сварупа, она существует вечно, однажды я явлюсь в этой форме. Однажды вы увидите эту мою сварупу, это не какая-то фальшивая сварупа, она существует вечно. Таким образом, Гуранга Махапрабху, Кришна, он приходит в форме Гуранги, украв настроение Радарани и ее цвет кожи.
Кришна – это Вишая Виграха. Но что поделать? Сейчас он приходит в форме Ашрая Виграха, и таким образом он может насладиться вкусом Кришна Сварупы, любовью с Кришной, Кришналилами, может насладиться этими играми, потому что если я сам Кришна, как я это могу все понять? И вот также он хотел узнать, что там такая за раса во мне. Радарани, она сходит с ума по этой расе. Что же она чувствует, что же она переживает? Я хочу это понять, я хочу сам это прожить. Что за вкус во мне? В общем, вот это все причины, по которой Кришна приходит в форме Гуранги, и он сам это все открывает. Как получить эту расу? Сам Махапрабху он это показывает. И это называется Рагануга Бхакти. И в особенности Махапрабху нам показывает, иногда он нам показывает Радарани Бхаву, иногда Манджари Бхаву, иногда Гопи Бхаву. В разные моменты он показывает, являет разные настроения. Мы слушаем об этом во всем, и я также стесняюсь об этих вещах тайных говорить. Я не хочу говорить об этом открыто. Мы обусловленные души, то есть вопрос в том, как продвинуться к нашей цели в таком положении. И Махапрабху показывает, это вот процесс таков. И не все получат Гопи Бхаву, то есть кто-то, у кого-то сварупа саки или сака, у кого-то вацаля раса, у кого-то дася раса, и представители из разных рас, они не могут продвинуться за пределы этой расы. И преданные, например, один преданный, он в саке расе, кто-то в вацале расе, кто-то в мадуре расе, то есть все они довольны своим положением, и для них это наивысшее положение. По их пониманию, они, их положение, оно самое высокое. И если бы они только думали, что есть что-то более возвышенное, они бы, это принесло бы им боль. Кто-то в саке-расе, и он может дойти до этого предела. Баладауджи Мараш обладает тремя расами, что невозможно, никто не может обладать тремя расами одновременно, только Бхагаван. Баларам, он не отличен от Кришны, его первая экспансия, а в то же время он его старший брат. И старший брат, естественным образом, он проявляет вацалью, то есть вот эту любовь старших к малым. И также он обладает дасья расой. Дасья раса – это основная раса. В Чайтанья Бхагавате я это обсудил. И Баладауджи Мараш, он также играет с Кришной. Дасья – это предоминирующий фактор. И далее идет сакья раса. И потом вацалья, так как он старший брат. И вот только в Баладауджи Мараш мы находим комбинацию из трех рас. Это исключительный случай. Баладауджи Мараш играется с Кришной, служит в дасе расы и в то же время обладает вацали расы. Но в нашем случае раса, нам придется в конечном итоге подняться на высокий уровень.
Завтра я расскажу, что Прабхупада сказал, то есть завершу эту тему, что сказал Прабхупада, как нам можно достичь этого уровня, как построить нерушимые отношения с Кришной и проявить эту расу, которая уже скрыта в нас. Не стоит оставаться довольными вашим положением. У нас квартира есть, у нас все в порядке, мы слушаем Харикатху. Нет. Вы себя ограничиваете. Вам нужно преодолеть все вот эти ограничения, освободиться. Каждый преданный обладает своей расой. И по мнению каждого преданного, его раса, она самая лучшая. Сакья раса, она самая возвышенная, если я сака. Нанда Баба Яшода Ма, разве они хотят Мадури расу? Конечно же нет, они любят Кришну в Ватсалья расе. Это их природа. Они любят Кришну вот так, и для них их раса — это самая возвышенная. Опять же, Мадури раса — это самая возвышенная для тех, кто в Мадури расе. Но если вы выйдете, примете нейтральную позицию, то вы обнаружите, что Парокия раса, которая является частью Мадури расы, это самое возвышенное, что только могло существовать, может существовать. Чистая раса, которая обладает Гопи и Радарани, эта раса — это самая возвышенная раса. Почему? Адьяева Парараса. Помните, Рагхупати Упадьяй, он обсуждал эти вопросы с Махапрабху в Аллахабаде. Вы забыли? В Аллахабаде, в доме Балава Бхаттачари, Рагхупати Упадьяй, это ученик Мадхавендра Пурипада. Махапрабху его спросил, задал вопросы по разных на разные темы. То есть какому Кришне мы поклоняемся? Мы поклоняемся Шьямасундару Кришне, Шьяма Эва Парам Рупа. А в каком возрасте мы поклоняемся Кришне? Кришне сколько ему лет? Кайшор, 16 лет. И какая раса, она самая возвышенная? Адья раса. Это Мадури раса. Из нее исходят все расы. В Чайтанья Чаритамрите написано: я много раз вам это сказал, вы не помните. Есть пять элементов материальной природы. И в последнем элементе находятся характеристики предыдущих четырех элементов. Крити, Апа, Тедж, Марут, Гон. Бом. То есть есть эфир, огонь. Если вы спуститесь к предыдущему элементу, или если вы учтете следующий элемент, то он будет обладать характеристиками предыдущих элементов, и у него будет своя новая характеристика. Марут значит воздух, ваю, ветер. То есть в воздухе есть эфир, в огне есть воздух и эфир. Вот таким образом.
земля, она обладает всеми предыдущими характеристиками и своей собственной характеристикой. Таким же образом, Мадхури раса — это самая возвышенная раса. Это очень просто понять. Не думайте, что это сложно очень. Если кто-то пребывает в дасе расы, Шантарасу я сейчас учитывать не буду, это не важно. Дасярасу, она более важна, чем Шантараса. В Дасярасе уже Шантараса присутствует. Но когда вы вступаете на уровень Сакярасы, то там уже Дасия присутствует. И когда вы поднимаетесь до Вацали расы, то вы там найдете и Даси расу, и Саки расу. Все они там пребывают вместе, но преданные, они этого не осознают. То есть там все вот эти есть характеристики, но они этого не понимают. Они думают, что вот Саки раса. И если вы подниметесь до Мадхури расы, поднимитесь, условно говоря, то есть перейдете с одной расы на другую для рассмотрения. И вот все расы, они присутствуют в Мадхури расе. Таким образом, Мадхури раса — это самая... То есть та раса, которая в себе включает больше вкуса. У Кришны 16108 жен. Все они в Мадхури расе. И гопи обладают другой расой. Она более... она, это нечто эксклюзивное. Расу гопи нельзя ни с чем сравнить. Бхактивинод Такур, Прабхупада, вся наша Гуруварга, они все следовали Прабхупаде. Не все вечные спутники Прабхупады, изучив деятельность того или иного преданного, можно понять, кто паршад, а кто нет. Не все паршады. Те, кто паршады, их можно узнать. Их можно определить, наблюдая за ними. Большинство из наших, из нашей Гуруварги, они все в линии Бхактивинод Такура. Бхактивинод Такур, он в Мадхури расе, Камал Маджари. Правильно. Наш Прабхупад Бхактисиддханта Сарасвати Такур Прабхупад, он на Янмани Манджаре. И другая гуру, другие гуру, они не открыли свою сварупу, но я узнал сварупу своего Гурупад Падма. И у меня не было на это права, но я узнал это совершенно случайно. Случайно я узнал. Я узнал сварупу Гурупад Падмы Бхакти Прамод Пури Госвами Махарадж. Я никогда не осмеливался спросить, узнать. Был один преданный, очень богатый, он в Шафране, и он занимался бизнесом, и вот он спросил Гуру Махараджа: «Гуру Махарадж, а что у тебя за сварупа?» Гуру Махарадж разозлился. Очень разозлился. Мы не должны быть, не обладать такой дерзостью. И случайно Бхактивинод Такур, он написал в Киртане.
а иначе кто бы узнал об этом? Случайно в письме Бхактистан Сарасвати Такур Прабхупад он написал Кунджа Бихари Видьябушину. Он таким скрытно он указал на свою сварупу, то есть не напрямую, а Бхактистан Такур точно так же, иначе как бы мы узнали. И в общем тот богатый преданный, который зарабатывал деньги, он думал, что он очень богат, поэтому он может спросить Гурудева. Он, конечно же, не ученик. Он не может быть назван учеником, но тем не менее. Он спросил: «Гурудев, какая у тебя сварупа?» Гурупад Падма, он разозлился. «А, ты хочешь узнать мою сварупу, думая, что у тебя денег много? Ты что думаешь, что иметь деньги достаточно, чтобы узнать сварупу мою? Идиот!» Вот такого положения все вот ругаются. Сварупа, сварупа, сварупа. Шридхар Госвами Махарадж, у него сварупа. Шрила Бхакти Прамод Пури Госвами Махарадж. Он Палаш Манджари. Я узнал об этом. Случайно. И вот он нам показывал, как нужно совершать баджан. Он был поглощен в баджане. Даже вот в последние дни его жизни он был постоянно поглощен в харинам, в баджан. И вот мы каким-то образом мы узнали этот секрет. Но мы, пребывая в этом обусловленном состоянии, как мы можем прогрессировать? То Прабху нам показал, но мы обусловленные души, как же во всем разобраться? Вот почему Рупа Госвами Пад написал в Расамрита Синду, что сначала вам нужно осознать раса сварупу. То есть изнутри должно быть вдохновение, не что-то искусственное, а истинное вдохновение должно исходить изнутри. Я должен идти в том направлении. Но если вы искусственно начинаете что-то придумывать, я манджари, я саки, это не рупануга баджан, это не рагануга баджан. В Расамрита Синду Рупа Госвами Пад пишет: нужно ждать и наблюдать за своей природой, не за какой-то каким-то спектаклем, а вот за истинной природой. Вы слушаете Харикатху, и после прослушивания Харикатхи вы думаете: о, Яшода Ма, вот ее настроение, мне оно нравится очень сильно. Я хочу любить Кришну, как Бал Гопала. Но без всякого лицемерия нужно это понять. И это означает, что вам нужно будет следовать Нанда Бабе и Яшода Ма. Но не нужно быть обманщиками. Сначала нужно все это почувствовать. Если нет ни расы, ни имя чисто петь не может кто-то, то что говорить о сварупе? Это не какие-то сказки. После прослушивания Харикатхи, после того, как вы послушали о Яшода Ма, Ананда Бабе, вы почувствовали, что вот, мне это очень нравится, я от всего сердца хочу следовать им, без всякого лицемерия, тогда вы начнете Ватсалья Раса Баджан, и вам нужно будет следовать Яшомати Ма. Somebody hearing Harikatha
И когда кто-то слушает Харикатху и слышит о Мадхумангале, о друге Кришны, как он служит Кришне. И если вы почувствуете, о, здорово, я тоже так хочу. Я вам могу дать пример один, иначе вы не поймете. Мадхумангал, Шридама, Судам, все пастушки, они каждый день они приходили к Кришне и принимали вместе прасад. И Рохинима, Яшодама, Радарани тоже, она, вы уже знаете, что Радарани, она готовила для Кришны, я не хочу сейчас об этом, в это углубляться. В общем, там Яшодама, Рохинима, они раздают прасад. И то, столько много разных приготовлений. И вот предложили Кришне и Параманну, а Мадхумангал сказал, не давайте Кришне, дайте мне, Кришна не может переварить, у него столько силы нет, а у меня есть, дайте мне всю Параманну. И потом Мадхумангал, он стал шутить с Кришной, о, Кришна, Кришна, смотри туда. И пока Кришна отвлекается, Мадхумангал, он берет прасад из его тарелки, берет сладости, а Кришна, он не понимает этого. Столько много севы, если я вам буду рассказывать, вы можете сойти с ума. Как здорово. Вот это вот настроение Мадхумангала. Мадхумангал, он браман, мальчик-браман, и вот он такое настроение показывает. И если кому-то нравится настроение Мадхумангала, то есть он следует этой расе. Или Шридам, Васудам. То есть какая раса вам подойдет и вам понравится, то вы должны следовать, ну, совершать этот баджан. Но это будет не скоро, вы должны ждать. Завтра я вам расскажу о том, как вступить на территорию, ну, то есть как совершать баджан. И бхаву, которую показал Махапрабху, это самая эксклюзивная бхава. Мы не можем даже ее ожидать в этом материальном мире. Но мы надеемся, что наша Гуру Варга, она следует таким образом. И если они прольют свою милость на нас, Тогда я смогу продвинуться. Это станет возможным. Я надеюсь на это. И на этом я остановлюсь. Столько много беспокойств. Кали всегда хочет отвлекать людей от Харикатхи. Такова природа Кали. И вот я хочу подвести, ну, закончить Харикатху. Ванча Кальпатрушу.